часто такое удается показать вам шедевр. Дом из цилиндрованного бруса, да еще и расположенный в центре Магнитогорска. Не где-нибудь, а на поселке Крылово. Не где-нибудь, а в 3 минутах пешком от перекрестка Комсомольская Карла Маркса. И чтобы ни у кого не возникало глупых вопросов, скажем, за цену шлакоблочного двухэтажного масенького дома в Нежном его не купить. Это 400-метровый, полностью готовый к проживанию дом с участком в 14 соток. Для самых одаренных объясню. Сюда просто приезжаешь и живешь. Ни единицы мебели, ни техники покупать не надо. Даже постельное здесь свежее. Здесь гараж на 3 машины. Естественно, баня и спортзал. Сюда просто заходишь и живешь, ничегошеньки не делая. Конечно, дом такого уровня не для 90% жителей города, мечтающего получать, ничего не делая. Но тот, у кого дело идет ровно и перспективы есть, может не тратить 5-10 лет на строительство своего дворца. Потому что дворец из самого натурального материала уже есть. Достаточно просто его купить. Ну а если есть желание создать семейный очаг, то на прилагаемых 14 сотках можно построить и дом для детей, и не один, и стариков пригреть в семейном царстве. В общем, не часто нас удача радует увидеть исконно русскую суть, реализованную в Магнитогорске. А вот телефон для вашего уже сделанного счастья.